Хай-бай, с вами Лампай, и сегодня я начинаю свой влог по Владимиру, там будет один день по Москве. И суть этого влога будет заключаться в том, что я не знаю, что мы будем делать во Владимире. Лайк за айфон. Итак, ребята, простите меня за такую паузу, ну, позвонили там уже, что выехали за мной, Владимир. Ну, в общем, все, не могу больше говорить, надо собираться, включусь уже в машине. Все, мы спускаемся. Нас будет поджидать машина, не помню, Volkswagen какой-то там. Ну, короче, какой-то Volkswagen, я не знаю, что за машина. В общем, я уже собрался. О, погнали. Это я сама. У нас остановка небольшая, ну, где-то в каком-то там красивом месте, типа, там фонтан, там вон фоткаются те люди, с кем я приехал. Но, ребят, я же руфер, я нашел вот такую хренотень, и руфер везде найдет, где залезть. Так, надо посмотреть, как бы подступиться. О, прям для меня. Давайте-ка попробуем. Давай.
пришли, приехали к... Ну, я приехал к отцу во двор. Сейчас он должен приехать с работы. Я сейчас покажу вам. Вот его дом. Там у него есть трэп-хата такая нормальная на первом этаже. Пойдемте. Вот. Вот его балкон там, короче. В общем, ну, как войду в трэп-хату, вам покажу. Пауза. Ребята, вот мы и пришли. Сейчас будет небольшой обзор по квартире. Погнали. Торжественно заявляю. И, в общем, они мне подарили вот эту штуку. Да. Знаете, что это? Ну да, я снимаю в ванной. Можете даже не обращать внимания. В общем, это такая фигня, короче. Ну, как бы, они сказали, продолжай руфить. Вот тебе такая хрень для руфингов. Вот. В общем, она светоотражающая. Вот, видите? Так. Что еще сказать про нее? В общем, ну тут есть пара кармашков. Вот раз кармашек, вот два кармашка. Я не знаю, пригодятся ли они мне вообще. Тут вот третий кармашек, он вообще не пышный. Но мне больше всего понравилось, что здесь есть карабин, и куда его цеплять. То есть я могу привязать веревку. Короче, ну вот так вот. Ну, веревку привязать. И на себя надеть эту сумку. И... своеобразная страховка получится у меня. В общем, вот.
Ребят, я не знаю, получится ли у меня сегодня еще что-нибудь такое прикольное выпустить. Если не получится, то заранее прощаюсь. С вами был Алекс. Всем удачи. Всем бай-бай, гайсы. Вот он, балкон дома. Так, погнали. Ребят, он застыл. Он не едет. У меня клаустрофобия, если что. Не понял. Давайте-ка еще разок. Ну ладно, давайте на девятый. Хоть что-то загорелось, ребята. Сачок! Что будет, если прыгнуть в лифте? А я вам покажу. Девятый этаж, ребята. Девятый. Поехали на первый. В общем, ребят, выход на крышу, не знаю, слышно меня или нет, но выход на крышу здесь есть. И чисто теоретически я могу за эти 3 дня туда слазить. Но он закрыт, кстати. Надо спросить у бати. В общем, не знаю, включусь еще позже. Пауза.